Шалом, дорогие друзья! Я приветствую вас здесь у нас на конференции «Один совет мудрого равина. И в этом году мы делаем очень особенную конференцию. Во-первых, потому что она идет онлайн из разных концов нашего земного шара. И интересно, что в это время, это очень важное время, где мы не только собираемся вместе, мы Пытаемся сделать что-то особенное. Вы знаете, в этом году эта конференция называется, имеет подтекст такой ⁇ молитва и благословение ⁇ То есть, другими словами, как наше отношение к Израилю влияет на наше благорасположение Бога, то есть наше отношение с Богом. И я очень рад, что эта конференция как раз попадает в то время, когда по всему миру такое состояние, где вот еще один виток заболеваний в ковидом, оно просто распространяется, и весь мир становится такой тюрьмой для многих людей. Вы знаете, я когда-то думал об этом, и когда летел сюда обратно домой. Я пока что задумался о том, что на ну, вообще мы задаем вопрос, что же происходит. Если вы помните, многие верующие и связывали этот вирус, и проклинали его, и запрещали, каким-то образом еще делали какие-то вещи, но почему-то многие спросят, что не так в этом мире и в нашей жизни, что это невозможно остановить. Возможно. И как раз вот я верю, что в это время, особенное время, как не кстати, эта конференция идет онлайн. И мы прилетели буквально несколько дней назад из Соединенных Штатов, где наш сын женился. Знаете, я очень рад, что Давид уже семейный человек. Мы прилетели обратно, чтобы поучаствовать в этой конференции. И, как все остальные граждане Украины, мы были э, автоматически, все буквально из нашего самолета, были э, принудительно оформлены на самоизоляцию с э, особенным приложением «Дейдома». Это такого рода датчик сниж... слежения за населением но это как бы юмор, причем этот э, юмор он очень важный, потому что мы живем в последнее время и вроде бы все безобидно. Ты прилетел, коронавирус, чтобы э, не выявлять, кто, когда, что уехал, что все подряд, все э, люди, которые были на самолете или в самолете прилетевших в, в Одессу, всех обязали подключиться на э, этот э, додаток, или, да, можно сказать, это э, приложение «Будь дома! Ди дома!». Очень интересно, потому что эта э, эпидемия коронавируса показала, насколько мы живем в хрупком мире и насколько все возможно быть под контролем. Я хочу сказать, что в этом... В этот раз я веду этот прямой эфир из моего дома по причине того, что нас принудительно изолировали. Не при всем этом нам нужно было пройти сейчас тест, и я надеюсь, что через несколько дней мы будем свободны, чтобы перемещаться насколько это возможно, и надеюсь, что Украина не будет полностью закрыта. Но я очень также благодарен всем тем, кто участвует в этой конференции. Все те, кто присоединились к нам. И на самом деле это очень хорошо. Если вы хотите быть благословением и не проклятием, если вы хотите быть а, в жизни своей, иметь близкие отношения с Богом, то я надеюсь, что эта конференция поможет э, нам всем разобраться. Я хочу очень особенно поблагодарить Сергея Шедловского, потому что то, что он говорил о важности молитвы, о том, что Бог поставил торожей на э, стенах Иерусалима, очень и очень четко показывает важность молитвы за Израиль. Но также хочу сегодня поблагодарить всех остальных людей, которые будут участвовать. Я благодарю Ариэля, благодарю Израиля, благодарю Ину, благодарю а также у нас Сергея. Да, вот мы все вместе и делаем эту, эту передачу. Все-таки я хочу сейчас сказать Сергей, большое тебе спасибо, что то, что ты согласился послужить в этом уникальном, может быть, даже своего рода молитвенном таком, такой конференции. Но также хочу сказать, мы молимся за, за, за вас где бы вы, вы ни были, мы молимся за то, чтобы команда Бог ТВ служила тем даром, которые они имеют. Это распространение Евангелия, это молитва. Я хочу сказать большую благодарность Александру Евсюкову. Мы молимся за вас, Александр, Саша. Мы благословляем вас. И я знаю, что в это время много сложностей у всех людей. Но также это время уникальное, которое соединяет нас и приближает нас ближе и ближе. Я также хочу сказать, сказать, что наша команда, она уже проводит объяснения, она мы рассуждаем в комнате, в нашей студии, и они будут продолжать в течение этого дня, они будут рассуждать, они будут говорить о том, что про, вот говорят наши спикеры, и это очень важно. И я хочу вам сказать, где бы вы ни были, от Камчатки до Аляски, пишите нам. Может быть, у вас есть молитвенные нужды? Мы будем обязательно их промаливать в нашей комнате, молитвенные в наших студии, и это в наш ответ. Мы хотим молиться, мы хотим двигаться дальше, потому что мы знаем, что это очень-очень важно. Верю, что эта конференция важна для нас лично. Мне нужна, это и она важна. Это каждому человеку, который смотрит эту конференцию онлайн. Я верю, что это важно для тела миссии ведь каждый искатель Бога, я сегодня говорю сегодня тех, кто ищет Бога, наполняет свои карма, то есть за, за корма, то есть наполняет свою жизнь отношениями с Богом не только персонально, вот как бы один на один, но также у нас есть ответственность такой общ, общинской или общим пониманием служения тела Мессии, как мы часть Его тела в Его организме, чтобы молиться вместе. И это очень важно быть в единстве, даже если мы находимся онлайн, все равно мы участвуем, друзья, мы участвуем в жизни друг друга. Поэтому поддерживайте друг друга в молитве, и это очень важно. Я начну свое послание, оно будет звучать очень интересно и, может быть, для некоторых э, иронично, но я буду говорить об антисемитизме, как проказе, что мешает нам иметь отношения с Богом. Да, вы не ошиблись, вы услышали то, что я сказал. Антисемитизм мешает нашим отношениям с Богом. И, конечно же, многие, когда говорят об антисемитизме, сразу вспоминают Бытие 12 глава 3 стих, где Бог говорит Аврааму, что благословляют, благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну. Но я не буду заострять внимание на этом месте Писания. Я обращусь немножко в другую сторону. Я хочу начать со слов Ишуа, и один из многих его пророческих слов, которые он говорил о последнем времени, и поверьте мне, это не только контроль населения через приложение, есть еще много пророческих слов, которые должны исполниться в последнее время. Но одно слово, которое он сказал, вдохновляло многих верующих людей проходить трудности, которые они проходили. С, э, тысячелетия да, прошли с того времени. И каждое поколение верующих людей, слыша слова Ишуа, понимал, что сложность в жизни не только прожить жизнь, а содерж, э, держать веру. И эти слова, которые я прочитаю, они э, поддерживали э, верующих людей в, в, во времена гонения. А сегодня как мы знаем, в последнее время все так же, можно сказать, усугубилось. Все то, что мы переживаем и мы живем, где мы живем, мы понимаем, что движение против церкви или против верующих людей, оно очень сильно поднимается в мире. Другими словами, преследование, гонение сегодня верующих людей как никогда раньше более открыто в демократическом сообществе. просто представьте себе, многие называют э, верующих людей радикальными, э, э, такими э, евангелистами, да, евангельскими верующими, а потому что мы стоим за истины, которые написаны в Писании. и я верю, что это очень критически в последнее время. но слова Ишуа, они очень интересны. просто послушайте эти слова и важно нам их понять и истолковать. Я знаю, что вы все слышали эти слова, но хочу, чтобы вы услышали еще раз. Матфея 24:9. «В те дни вас будут хватать, подвергать наказаниям и предавать смерти, и все народы будут ненавидеть вас за имя Мое». Интересное местописание, правда? И я хочу сказать, что оно очень важно, потому что классическое понимание этих слов напрямую связано с первоапостольской общиной, вообще с верующими людьми в Ишуа Мессию. Это а, доказано и, и историческими а, записями, и, вот, и в мировой истории записано, что христиане, верующие люди были гонимы за свою веру. Вы знаете, также это можно почитать и через все деяния апостолов, как э, люди были преследованы? Савол гнал своих э, по плоти людей. Но также, и когда он пришел к вере, он страдал по плоти за своих людей. Но важно еще понять, возможно ли, я как, как, э, э, даю вам на, на размышление, возможно ли, что Иешуа пророчествовал эти слова о будущем последнее время не только? относительно тех, кто уверует и будут последователи Ишуа. А возможно, что Ишуа прочествовал это о времени реформации Константина или крестоносцев, или Холокоста. Вы скажете, а что вы имеете в виду, Ребе? Что, о чем вы? Вы четко, понятно здесь говорите о верующих людях, что их будут гнать за то, что они верят в Ишуа. Да, но давайте вот, посмотрим, как можно еще раз усмотреть это. «Вас будут уничтожать за меня, преследовать евреев не евреями за то, что распили меня». Ведь можно и так растолковать то, что Ишуа говорил, «будут гнать вас, уничтожать, убивать и будьте ненавидимы всеми народами». Удивительно, возможно. Ну, а я говорю как, как возможность, что это касалось не только тех, кто верит вешу как Мессию, но это касалось также и евреев, которые жили после того, как началась община из евреев, верующих в Мессию. Хотя этот термин антисемитизм, он был введен в употребление крещенным евреям в 1879 году, но так можно понять это слово антисемитизм, преследование брата братом, Евреи евреями. И если этот э, антисемитизм имеет корни, то вопрос, откуда он начался. Ведь я не думаю, что это началось с христианством. Преследование, гонение, ненависть. Итак, антисемитизм чрезвычайно загадочное явление, друзья. Чрезвычайно загадочное, потому что это слово резори, резонирует в нас и сознании часть трагического э, воспоминания о том, что произошло во, времена, во время Второй мировой войны. Это Холокост. Для многих из нас это как бы живое время такое, да? Еще то, что мы можем э, недалеко пощупать или почитать, видеть фильмы, и это резонирует с нами в нашей голове как... Э, преследование евреев на уровне антисемитизма плюс уничтожение и холокост как бы проявление этого антисемитизма. Но антисемитизм, как слово, несет в себе глубокую боль, ненависть, ужас и тревогу. Сразу же, когда мы говорим об антисемитизме. Но я хочу еще повторить, что преследование брат, брата братом, евреи евреями, это есть тот же антисемитизм. Но корни этого антисемитизма и ненависти лежат далеко не в христианстве. Изначально нет. Потому что мы видим, что первая апостольская община была гонима, ненавидима, уничтожаема. Это слово, которое, на мой взгляд, приобрело сущность, это антисемитизм. Это высказывание, оно фактически приобрело сущность, некое состояние злого духа, которое полон ненависти и зла. И это, друзья, мешает нашим от... взаимоотношениям с Богом. Скажите, а мы, мы любим евреев? Я пройдусь немножко с вами по этому контексту. В том, что антисемитизм существует, согласны все. Все согласны. Но по поводу того, когда... Впервые он проявился. Есть очень много разных теорий мнений. Я в том, что это происходит, нет сомнения. Что касается истории, то антисемитизм в древнем мире не только не был менее интенсивен, чем в наше время, но и выражался он также теми же формами, как и как и теперь. Нет ни одного обвинения бросами ныне евреям, которое не определялось тогда. То есть и тогда, и сейчас те же самые претензии предъявляются еврейскому народу. Кто же был первыми антисемитом? Можно спросить, ну кто, откуда все началось? Хочу сказать следующее. Многие имеют разные мнения, я отлично свое выскажу, что Первым антисемитом не был ни Каин, и даже не Измаил, который стал отцом арабского населения. Послушайте, да, вы можете сказать, аж в том, откуда взялся этот первый антисемит. Возможно, мы пройдемся через этот небольшой экскурс. Но мой взгляд, который может отличаться от... Мнение других, эта история связана с преследованием младшего брата старшим, который стал отцом еврейского народа. То есть младший стал отцом еврейского народа. Его имя даже изменил Бог от Иакова к Израилю. Мы скажете, подождите, подождите. А почему? Мы увидим некоторые вещи, которые очень важны. Интересная история, интересная история отношений двух братьев, в, и эти истории помогут нам разобраться. Это, это история не только отношений, но и благословений. История, которая может послужить каждому из нас и помочь нам видеть себя в отношениях с Богом на в том уровне, который мы хотим видеть. И вот э, Писания мы говорим, Барашит, это Бытие, 27 глава, 20, 41 стих, в Торе говорится о том, что Исаав ненавидел своего бра брата Якова, ненавидел смертельно, он хотел его убить, такое чувство, мы знаем, что Ишуа говорит о том, что поднимется народ на народ, брат на брата в последнее время. Но мы идем далеко до рождения Ишуа, до рождения христианцев, как таково, как евреи говорят. Но очень важно, Исаав брат своего Иакова ненавидел смертельно. И тогда задается вопрос, можно ли на основании вот этой ненависти считать, что Исаав был антисемитом? Давайте разберемся. Тора, между прочим, ясно называет причины этой ненависти. На первый взгляд она совсем, э, вовсе не не носит иррационного характера. Послушайте, как будто это э, нет э, причины, да? Оно беспричинное. И возненавидел Исав и Якова за благословение, которое благословил его отец. Беру 27 глава, 41 стих. Бытие 27, 41. Возненавидел. Достаточно ли это для того, чтобы вот ненавидеть? Просто вот причины. Достаточно ли это причина, чтобы ненавидеть? За то, что отец благословил младшего, то есть брата, вместо него неоднократно знаете я встречался с многими верующими людьми как из протестантов так и с православными католиками которые огорчены или э, сказать так им больно когда они видят что благословение которое не только евреи получают от бога да как бы народ израиля и избранный народ от всевышнего получает благословение но им больно и от, от того что от э, единоверцы, их не одноверцы, которым также Бог открыл какие-то благословения. И жутко им завидно в том, что их больше Бог благословил, чем их самих. Встречали таких людей, да? Которые постоянно говорят, почему? Почему тебя Бог благословил? Почему тебя Бог это сделал? Я что, не, не, не дитя Божие? Я что, не ну, как бы, не хуже или лучше тебя? Вы знаете, мы встречали таких людей. И особенно, когда ты разговариваешь с людьми, когда о Ишуа, как Мессии, как еврей, который пришел в этот мир, да, родился от еврейской мамы в Израиле, и некоторые даже высказываются, да, что это Ишува является евреем, а остальные жители Дердасской долины. Иметь, вы знаете, как эта аббревиатура говорит. И я верю, что это плохое состояние, это злой дух, который в человеке. И вы встречали таких людей. Я, наверное, не ошибусь, что многие даже переживали такое чувство почему? Почему Бог благословил евреев, почему им принадлежит одно, другое, третье, начинают именовать какие-то банки, какие-то структуры финансовые, еще какие то мировой заговор, как бы произошел, одни евреи у, у источника доходов. Однако, в конце концов, Исаак дал благословение и ему, Исаву. И написано в 27, 27.39, место, в которое будешь ты жить, будет тучнейшим местом земли, орошаемое росой небесной свыше. Это благословение, я прочитал, то, что сказал Ицак Исаву. Давайте мы рассмотрим, что с благословениями получил Иаков. Какое благословение высказал Ицак Иакову, потому что мы помним, что он получил богословение. И когда я читаю беседы о недельных главах Торы, мы можем видеть, как и Ицак, подходя уже к старости, его притупилось зрение в очах, да, и он позвал своего Исава, что и сказал, ты сделай мне пищу, а я, перед тем, как Тебя благословю, хочу поотведать твоего прекрасного снадобья. Мы говорим о том, что Ривка, Рахиль, она, она услышала это, сделала по-своему, потому что она любила Якова, извините, что так эм, прямо то, что мама всегда имеет своего любимчика или папа. Но подслушав, она делает решение, сделала вкушение, потому что она знала, что любит ее муж, послала младшего получить свое благословение. И он так сделал. И вот знаете, мы, когда читаем это место благословение, мы поймем сейчас, в чем ситуация. Мы читаем 26 стих, той же главы Бытия или Бершит, 27. И царь, отец его сказал ему, подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошел, поцеловал его и ощутил Ицах запах от одежды его и благословил его и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Интересно. Конечно же, притупило зрение, плохо видно, но обаяние это. Я понимаю, что каждый человек имеет свой запах. Да, вот. И Ицах он определил о том, что это его сын. И дальше он говорит слова, которые очень важны. «И даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и от множества хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и над поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословены». На первый взгляд, как я уже читал выше, да, богословение Ицака для Якова и богословение для Исава, она как будто, вот это богословение, они, они пересекаются, они куда-то созвучны одно с другим. На первый взгляд оно схоже очень сильно и даст тебе все сильные от росы небес и от земли и обилие хлеба и вина как будто пересказывает одно и то же. Слова Ицаха, возможно, и те же самые. И как будто высвобождено одно и то же. Но по порядок благословения отличается. И я скажу почему, потому что очень важная тема. Для Иакова Ицах начинает благословение с небесной росы. А уж потом переходит на материальную сторону жизни. То есть Земли, откуда Он питается. Таким образом, первым в определяющий момент для Якова становятся небесные благословения, то есть духовное благословение с неба, как и для каждого из нас, я надеюсь, также, что мы ожидаем первое это расу с неба, то есть некое благоволение Бога духовном благословении. Именно в этом смысле можно понять обещание, что буду служить народы тебе, поклонь себе племена, будь владыка братьям твоим, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, решит 27-29. И это прямое высказывание по отношению к благословенному Мессии, который придет для того, чтобы все народы поклонились ему. Это лично мое понимание. И посмотрите окончание, важное окончание того же благословения, которое Ицах высвобождает Якову. «Благословлю благословляющих тебя, а хулящего тебя прокляну». Это прямая передача. Я верю, помните, как мы говорили, передать, вот передача, возложение рук, да, передать что-то особенное. И я верю, что это прямая передача Якова благословения, полученная от Всевышнего Авраамом. И то, что он продолжает э, как бы преемственность того благословения, что было дано для Авраама. И это касается в мессианском движении, что мы станем, как народ Божий, благословением. Да, и Мессия, который придет в этот мир, он станет благословением для всех народов. Когда же выявилось? что благословение, в котором главным фактором является духовное, а потом уже и материальное, что получил Иаков, и Цаху оставалось отдать Исаву такое же благословение, но меняет он фокус, и он говорит, что тебе материальное станет для тебя важнейшим. Почему? Потому что Исав на самом деле искал больше... Материального благословения, и он ожидал, что это материальное благословение станут Его э, наследием. И мы это увидим, что, э, как это происходит. И когда из, э, я Исаак дает благословение Саву, Он определяет его благословение, которым э, моментально становится материальным. Я вам еще раз скажу, что э, оно связывает всех потомков э, Исава одной целью. Войной за свое именно увеличение материальных благ. Все наследники, они не смотрели на духовную часть благословения, смотрели, как можно получить благословение независимо от э, своих намерений. Война войной, да, а нужно еще и покушать. И это часть очень жизни этого человека. Так что сама идея, которую мы высвобождаем через Писание, и видим это, что Иса или Эдом получил то, что он искал, благословение, которое стремился, он получил некоторое гарантированное материальное изобилие и благополучие. И сегодня мы понимаем, что это так происходило. И, между прочим, Исааква говорит, что мечом ты им будешь жить. То есть, другими словами, материальную часть своей жизни ты будешь завоевывать мечом. И это стало наследием Исаава. И сказал Исаав, я читаю 36 стих 27 главы, Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза. Он взял первородное мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал Исаву, отцу своему, неужели ты не оставил мне благословение? И царь ответил Исаву, вот я поставил его, то есть Якова, господином над тобою. Всех братьев его дал ему в рабы одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исаак сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой. И как Исаак молчал, возвысил Исаак голос свой и заплакал. Вы знаете, как люди, когда не получают благословения, они, они, стремятся, и все внутри, оно рыдает от боли, потому что, что кто-то что-то взял. И отвечал Исаак, отец его, сказал ему, «Вот от тука земли будешь обитать твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему, будешь... придет же время, когда воспротивишься, свергнешь его своей своей». И возненавидел Исаак Иакова за благословение, которое Благословил его отец его и сказал Исаав в сердце своем приближаются дни плача об отце моем и я убью Якова брата своего из-за чего же он возненавидел Якова до какой степени нужно было ненавидеть чтобы убить может быть это и есть тот эм, ответ зависть ведь Яков получил духовное благословение Возможно, он завидовал, что Яков получил духовное благословение. Я не знаю, но для Исаава духовные благословения ничего не имели общего с ценностью. Он не ценил то духовное, которое Ицахи, отец его, приготовил. Исаак не думал о том, что это важно. Недаром он очень легко отдал свое первородство. Потому что первородство давало ему возможность стать таким патриархом или же духовником, таким духовным вождем для наследия Ицака. И он от него отказался. Тем не менее, обвиняя, обвиняя Иакова, он вспоминает, что тот первородство мое взял. Хотя, помните, он сам его отдал. Может быть, он рассердился на Якова, потому что тот обманул Ицака. Возможно ли? Правда, такое обида, что хитрым образом. Но если бы почтение бы Ицаку было так, на уровне, тогда бы Исав мог бы простить обиду, потому что он духовнее. Однако именно почтение отца должно было заставить Исава именно простить. Да и так уж рационально эта ненависть. Откуда она происходит? Ведь оказывается, она основана на чисто духовных причинах. Вот эта ненависть, она основана на духовных причинах. Тора в стихе, в стихе 41 говорит, «И возненавидел Исаак Иакова за благословение, которое благословил его отец». Вот здесь очень важно понимать, очень важно иметь благословение. И когда наши дети принимают наши благословения, важно их высвобождать. И когда нас благословляют наши служители, наши старшие, наши родители, очень важно принимать их, потому что это решающая часть нашей жизни, которая продвигает дальше нашу, наше продвижение с Богом. Я хочу так сказать, эту всю ненависть Исав передал своему незаконно рожденному внуку Амелеку. Амалек, который встретил Израиль в пустыне, это был тот правнук да, э, Исава, который старался подражать деду и дальний родственник, которого стал это именно Аман, жаждал того же самого уничтожить еврейский народ. Так что когда мы говорим об антисемитизме, где он начинается, мы видим, что вот тут Исав или Эдом да, стал отцом Амелеку. И дальше уже мы видим через время выходит Аман, который также становится как бы дальний родственник Исава, и он стремиться уничтожить еврейский народ. Наконец мы добрались до корня, надеюсь, я надеюсь, что мы добрались до корня антисемитизма, и этот корень является ревность или зависть к Божьему благоволению, к народу или человеку, который Бог избрал, из... потому что Бог избрал Израиль из всех народов. Это первая из ист истинных причин, нападение Амалика на Израиль. Зависть. Зависть, что было избран, что Бог избрал Божий народ, избрал Иакова для того, чтобы явить миру Мессию. Это подчеркивает нам и Тора, описывает первую войну с Амаликом. В те самые дни, когда Амалик сражался с Израилем, мы читаем, что Моше держал свой, свой посох вверху, да? И когда держали руки вверху, тогда побеждал Израиль. Опускались руки, побеждал Амалик. Разве от рук, которые подняты вверх, решался вопрос победы или же э, пропуска? Или, э, по, э, можно сказать, разрушения? Наверное, я считаю, что когда еврейский народ смотрит Бога и те, кто пришли к Мессии из других народов, когда наши взоры подняты к Богу, мы тогда получаем победу. Как только мы опускаем руки, как только мы разочаровываемся, когда мы устаем, мы тогда поражаемы нашим врагом. И я думаю, что это очень духовная истина, которая нам нужно дальше смотреть. Я, вражда, которая была между Исаом Иса, Иса и Яковом, она, конечно, была жизненно важной этой частью. Это не было как просто так вражда, как бы разошлись. Это чуть ли не на жизнь и смерть. И я понимаю, что э, Исаав, тот же Эдом, который связан был с Амаликом, да, вот по, жи по жизни противостоит еврейскому народу избранному народу, и в этом проявляется антисемитизм, то есть ненависть. Дело в том, что Иаков и Исаав сражаются различными методами с, э, войны оружие, которое очень э, различное. И послание к Ефесянам 6.12 говорит, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств. Позаметьте, это множественное число против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духовного, духов злобы под небесной. То есть это множество число. То есть атаки, это движение, оно очень сильно. И Иаков воспользуется борьбой, которая дает ему Бог, которая с неба приходит надежда только на Бога. Евреи не жили пассивной жизнью в изоляции от язычников. Несмотря на то, что всегда язычники пытались загнать еврейский народ в какое-то гетто, Своего разного, своеобразное, это было при римлянах, это было при других вождей, каждый раз, когда брали евреев в плен, да, мы помним это, и Сузы, и так далее, то есть как бы некое не гетто, но при всем этом евреи не жили пассивной жизнью, они пытались влиять на каждый народ, где они жили, потому что это было их призвание быть светом для народов чтобы потом этот свет, который был в Мессии, стал в Мессии, он осветил все остальные народы. Некая притеча служения еврейского народа другим народам. И мы, как знаем, на э, празднике Суккот евреи приносили жертвы за остальные народы. Это как бы перед Богом они говорили, мы как священники хотим дать возможность всем остальным народам раскаяться. Итак, евреи они не они не жили просто так обесобленно. Они всегда намеревались показать свет. Они постоянно оказывались именно вот в духовном в сфере влияли они на народы, где они жили. И первые евреи были светом среди язычников. И мы знаем, что путешествие, где был Павел сила, где а, Петр и все остальные, они благовествовали в диаспорах, они всегда влияли на все остальные народы. Всегда это было. И мы видим, что Ишуа говорит, особенно в Иоаннах, 4 глава, 22 стих, встреча с женщиной у колодца, да, он говорит слова, которые очень важны. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, другими словами, еврейский народ всегда влиял духовно на ту сферу, сферу или ту территорию, где они жили. Реакция же на это влияние выражалась конкретно именно физически, да, это было физическое давление, это постоянно было какое-то, как бы, Соперничество, это было унижение частично. Да, были истории жизни евреев, где жили мирно, но чаще всего это было некое давление. Но давайте обратим внимание на Исава. Исав наносил удары, то есть я говорю, духовные такие части, на, на то, что являлось также духовным. Самое важное, мы понимаем, духовное с неба, это Слово Божие, которое он дал. И слово стало плотью обитала посреди нас. И также Тора, когда мы говорим о Торе, это Тора, это как бы еще правило, это то, что дает нам направление. И э, когда мы говорим о том, что есть атаки э, вот, э, со стороны Исава, Дома, да, это духовная атака, чаще всего это на, на э, наше отношение с Богом. И если есть люди, верующие, которые будут, сказать, безграмотны в слове они не изучают слово, они не следуют его, они не, его не читают. они чаще всего ссылаются на ссылки каких-то отцов веры или же какие-то мнения каких-то людей. Бывает так что же они начитаются многих книг разных да, и забивают свой разум не словом божьим, а другими какими-то баснями какими-то другими чувствованиями или же учениями, которые загружают их сердце антисемитизмом, ненавистью к евреям. Ишуа всегда отвечал на вот, атаку сатаны из Слова Божьего. Помните, когда он был взят в пустыню на испытание, искушением, люди говорят так, но ну, это испытание. Он всегда говорил «написано». «Написано». И имея знание в Слове Божьем, мы можем говорить «написано». И атаки «эдома» можем от, всегда так отражать. Опасность со стороны незнания Слова Божьего э, под, дают нам такое как бы поле, для того, чтобы наслушаться разных историй, которые мешают нам получить благословение от Отца. И это очень важно понимать, что мы становимся людьми, которые брата ненавистники. Это получается так, что Ишуа говорит о том, что восстанет брат на брата, народ на народ. Да? Это как будто это внутреннее состояние, это чувство ненависти. На еврите это слово мы не имеем как антисемитизм, да, оно больше звучит как сенат хинам. Это такая ненависть, которая предшествует своим причинам. Сначала ненавидят, а потом уже подыскивают для этого основания. Иначе говоря, не, не иррационная ненависть. То есть другими словами получается состояние внутреннее, Ха! и потом мы ищем почему и причину это, 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 этому состоянию. Неправда, это похоже на антисемитизм. Вот это точно такое состояние. Прошло время, когда мы помним, что Яков вообще сбежал от своего брата, потому что знал, тот -то хочет убить, Бог его благословил, и вот приходит время, когда Бог сказал ему вернуться со своим наследием обратно в землю обетованную. То есть уже обетование для него было высказано, как и, -и, -и, -и Ицак, он высылает это благословение, и Бог направляет Якова домой. И знаете, Яков вообще боялся встречи со своим братом, старшим братом, хотя они, боже, были не близнецы, а возможно, близнецы, и только один был более косматый, да, и он родился раньше. Смотрите, что происходит. Он боялся. У каждого человека есть страх. Еврейский народ, хотя он мы мы говорим, что с нами Бог, кого нам страшится, и верующие тоже, если с нами Бог, чего, чего нам боятся преследования, но внутри мы всегда переживаем. Переживаем, как, что о нас говорят, что мы будем делать, как оно, как оно вообще по жизни будет. И Яков переживал тоже. Он послал впереди себя гонцов, чтобы они встретили Исава. Гонцы вернулись, и сказали Иакову, что Иса вышел ему навстречу, и с ним 400 человек, друзья, 400 человек, это армия целая вышла, чтобы встретить. Как вы думаете, бояться было что Иакову? Конечно. И написано, что он Иаков испугался и стал молиться. И каждый из нас бы, наверное, стал молиться. Так же само э, молились и в, в тюрьме апостолы которые, наверное, тоже переживали, что они на утро могут быть обезглавлены. Кто-то, может, спал, да, но переживания всегда есть. Нет таких людей, которые бы не переживали. Это норма для человека. Но нам, когда переживания приходят, нам нужно что? Только молиться. У нас нет пути назад или вперед, у нас нет выхода. И в этот момент Писание говорит, всегда молитесь, всегда благодарите. И он говорит, Боже, отца моего Авраама, Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, я буду благоволить Тебе, недостоин я всех милости Твоей, всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел от Иордан, а теперь я, у меня два стана, избавь меня от руки брата моего Исава. Ибо я боюсь его, что он придет и убьет меня и матери и детей. Мы с... понимаем, что страх этот очень большой. Он говорит дальше, ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю твое потомство как песок морской, которого не счесть. И он говорит это Богу. И мы понимаем, что он молится, эта молитва идет к Богу, который все устраивает. На следующий день Яков принес в дар Исаку 200 коз, 20 овец, 30 верблюдец, 500, 50 коров, быков, 30 ослов. Друзья, это целое состояние. И э, рассуждал Яков. Послал он рабов и думал, умилостивлю его дарами, которым идут передо мной. И потом, когда увижу, может быть, он примет меня. Знаете, интересный момент. Похоже, что этот принцип задабривания ненавидящих тебя людей у евреев заложено в ДНК Иакова. Так что мы всегда идем к миру. Многие люди думают, что мы очень силавистующие, но мы всегда пытаемся найти мир, мы найти договориться, как можно все это меньшей крови все сделать. Но поймите, это взаимоотношения. И если ты как верующий человек, который, смотря на благословение, которое получил еврейский народ от Бога, и как Исав обиделся, я думаю, что нужно передумать некоторые положения. Возможно, ты думаешь, что э, по Писанию ты стал новым Израилем, новым евреем. Ты говорят, ты еврей, а я не смог. Зачем? Нужно просто думать, что ты призван в том, в чем ты призван. Стой в том, что ты стоишь, но отношение к Божьему народу всегда нужно поменять. Если что-то есть внутри, Ха, почему Бог тебя благословил, а меня нет? Почему эти вещи происходят и у тебя есть обида? А особенно возможно ложное представление о еврейском народе огорчает твое сердце. Какой-то ты информацию набрался в интернете, из интернет-ресурсов можно что угодно подчеркнуть, всегда какие-то заговоры еврейских мудрецов, стариков, заговор глобальных евреев против всего человечества даже некоторые распространяют и слухи, что э, Билл Гейтс э, п, и направил эту пандемию, и он как бы это все про, проплачивает. Друзья, знаете, я задал себе вопрос, зачем, если наш народ, э, зная ситуацию, как вот Яков, да, с Исау, он послал свои дары, чтобы нам может быть поможет, нам, мы не хотим быть козлами отпущения для того, чтобы весь мир нас ненавидел. Но, как Ишуа говорил, вас будет ненавидеть за имя мое. Да, и не только как верующих людей, но еще и еврейский народ. И, возможно, ложное представление у вас о еврейском народе, но ваше сердце наполнено зл, зл, злобным отношением, то есть наполнено зл, злым состоянием ненависти или же привзятое отношение к еврейскому народу. И, и вы вините вообще весь израильский народ в мировых проблемах. Послушайте, тогда я скажу сказать одну вещь. Должен сказать вам истину, которую вы должны положить в свое сердце. Управляет этим миром Бог. Вы скажете, а, а, ребя, вы не ошибаетесь, написано, что князь мира сего, дьявол, да? Я знаю, Писание говорит, но мир, в который мы живем, земля, это подножие ног его, мир, в котором мы живем, Бог дает и солнце, и дождь, и земля прорастает, по его слову, дает нам пищу. Я понимаю, что духи злые, они поселяются в сердцах людей, злоба, но управляем всем Бог, и поэтому не нужно винить евреев за то, что происходит в этом мире. Я верю, что всему приходит конец ему должно прийти к тому времени, где Бог будет делать свою работу. Я хочу сказать, что евреи и не евреи, Бог вас сотворил. Мир лежит во зле. Согрешили и те, и другие, и евреи, и язычники. Мы все согрешили, и мы лишены славы Божьей. Поэтому Бог так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына. И если некое благословение, отношение вот, Божие к, к Его народу, народу Завета, делая тебя обиженным, ты должен сделать эм, покаяние. Ты должен понять, что это седрихинам, это ненависть, в которой нужно покаяться, сделать шиву, действие, нужно делать вперед. Вспомните слова Павла, еврея старца. Его по-другому называли еще Савол, который сказал, что евреи дали миру очень важные вещи. И мы почитаем, что дал еврейский народ миру, как Яков дал Исаву. Римлян 9 глава. Истину говорю вам. В Мессии Иешуа не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу мою, моему. Я желал бы сам быть отлученным от Мессии за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит, им принадлежит усыновление и слава, заветы, законоположение, богослужение и обетование. Их и отцы, и от них Мессия. Христос по плоти сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Павел говорит, вот мы принесли этот дар. И от этого народа, пришел Машех. Дальше. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано в Ицах, и наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это. Но так было и с Сревеку, когда она зачала и одно время двух сыновей от Ицаха, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие и избрание происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет порабощение уменьшего, а дальше слова которые могут поразить многих и как написано иакова я возлюбил а исава возненавидел слово возненавидел там стоит больше отвергнул отвергнул потому что для исава не стало приоритетом духовное благословение и знаете здесь когда я читал этот комментарий мне понравилось одно выражение которая здесь э, комментируют э, у, будем так, ученые. «Два народа в чреве твоем». Слово «гоим» — «народы» — написано э, несколько необычным образом, что оно больше как значит «величественный». По мнению многих э, служителей, раввинов и так далее, что э, в, в чреве твоем дв, будет двое величественных, Два, оба были величественны. И Яков, и Исав будут величественными мужами великими. И я думаю, что оно так и было, и есть. И понимаем, что на следующее утро Яков, когда он понимал, что он должен встретиться с, э, с Исавом, он вышел ему навстречу. Увидел брата, он вышел вперед, семь раз поклонился ему до земли. Смотрите, друзья. и наш праотец Яков идет навстречу тому, кто хочет его уничтожить, навстречу антисемитизму, уничтожению и ненависти. Идет навстречу и кланяется, как бы соглашается с тем, что человек уже приопределил, но надеясь на Бога, который становится нашей защитой. Увидел брата, он вышел вперед и семь раз поклонился. И Исаф обижал ему навстречу, обнял его и бросился ему на шею, и они плакали. Это примирение. Примирение. Друзья, это примирение, которое высвобождало следующее благословение, высвобождало примирение, дает правильное отношение. Затем Исаф взглянул на женщин и детей и спросил, кто это у тебя? Он не ожидал. И Иаков отвечал: «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». Он говорит: «Рабу твоему, будучи имея все благословения», он говорит: «Рабу твоему». Он говорит более: «Это дети благословения». Он посчитал не дары благословения, а дети наследия, то, что Бог обещал. Это на самом деле благословение, то есть небесное. Мы знаем, что дети от Бога – это благословение. И затем Исав взглянул на женщин и детей. Он был в изумлении, что Бог так благословил его. И подошли служанки, и дети поклонились. Затем подошла Лия, и дети ее поклонились. Наконец подошли, подошли Рахиль и Иосиф и поклонились. И Исав спросил, для чего у тебя это множество, которое я встретил? Для чего то, что я встретил, это у тебя? Почему? Я как сказал, чтобы Приобрести благоволение в твоих глазах, мой господин. Может ты скажешь, зачем все это у евреев? Почему у них столько всего вот на вашем, вашем разуме, что вы, они всем владеют, все это происходит? Вот зачем это нужно? Для того, чтобы приобрести благоволение в глазах наших. Чтобы вы не, не сомневались в том, что Бог с нашим народом, потому что обетования его остались, да, и они не изменились, он благоволит народу. Да, они отступили, ради Евангелия они были, пострадали, или же их глаза они закрыты, ради того, чтобы все остальные Гоим могли приобрести Машеха, и придет время, где наши глаза откроются и уже открыты уже Бог делает свою работу, уже много что происходит. И это чтобы мы понимали, что Божье обетование, которое Бог сказал Аврааму, а потом повторил и Якову, Бытие 12 глава 3 стих, что благословляющий тебя, пусть благословлен. Но Исаак сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. И Яков отвечал, нет, если я приобрел твое благоволение, прими мой дар потому что я увидел лицо твое, как будто лицо Божье, и ты был благосклонен ко мне. Прими же дар, который я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и у меня есть все. И он упросил его, и тот взял. Друзья, я не знаю, как вам это объяснить. Может быть, у вас есть привзятое отношение к тому, что происходит в этом мире сейчас, и глобальный заговор еврейского народа против всего мира. Хочу вам сказать то, что я переживаю. Если как христианин, верующий человек вы чувствуете, что вас это беспокоит, что вы точите зло вот в сердце своем против еврейского народа по, по разным причинам, это СМИ, это э, интернет, это что-то слухи, которые люди разносят, я хочу сказать, наш народ, как Иаков, он говорит, я хочу поделиться. Я хочу внести э, в это развитие и даже медицины, искусства, э, даже ба банковских систем то, что мы можем сделать, чтобы людям, всему миру было легче и лучше. И я думаю, что враг он пытается ослепить народы, чтобы народы возненавидели еврейский народ, Божий народ. Но вы знаете, что Бог, он Бог Израиля, он он Бог народа, как будет защищать и защищает сейчас. Смотрите, что Писание говорит. Это Матфея Шуа говорит людям. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящих вас. И молитесь за обижающих вас, гонящих вас. Иаков то же самое делает. Исаа вышел, он преследует. А Яков говорит, возьми. Возьми, у меня есть, возьми. Я хочу иметь примирение. Луки, 6 глава, 28 стих. Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас. И дальше Матфея 5, 42. Если кто просит у тебя что-нибудь, дай ему. Если кто-то хочет взять у тебя что-либо, дай ему взаймы. Я верю, что это часть нашего ДНК. ДНК Якова. Он также переживает, и он отдает своему брату ради применения. Ненавидеть народа значит ненавидеть каждого его представителя, даже того, о котором ненавидящий ничего не знают. Многие люди ослеплены, они не знают наш народ, они не знают народ, Библии. Да, все согрешили мы, мы также стоим под проклятием греха, и Израиль не, не, не ищет, может быть, то искупление, которое Бог дал в Ишуа Мессии, но время приходит разбить эти мифы, эти состояния недоверия, поверить, что Бог хочет спасти Израиль, и шаги к этому наше отношение к народу. Об этом учит вообще-то как бы ненависть и сам антисемитизм. Ненавидит народ, антисемитизм просто вкрапливает в жилы людей ненависть и учит больше и больше распространять слухов. И это мы пережили ну, даже в бывшем Советском Союзе, в России, э, гонения евреев, мы погромы, Холокост. Э, и мы понимаем, что это неправильно, это... Сенат нам — это то, что э, уничтожает еврейский народ. Но противоположность сенат нам есть авадхи нам. Другими словами, это предписывает нам любить даже того еврея, который никогда не встречал или о котором мы никогда не слышали, любить людей, независимо встречали мы его или нет. А Писание говорит о а надеждах. Послание к Рим не постижает. потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данные нам. И я верю, что э, именно ханват, хинат, это то, что нам нужно возлюбить не только ближнего, а любить людей, даже которых мы не видим. Следственно, истина действительно в том, что нам нужно бороться с антисемитизмом. Это исправление, во-первых, самих себя, нашего отношения к евреям. Евреи к евреям. Евреи к остальным народам. Народы к евреям. Наши личные отношения друг к другу, чтобы делать на это постоянно, нам нужно в молитвах не вспоминать то, что сделал нам Амалек. Потому что в синагогах после каждой молитвы, утренней шахарита, да, у них есть провозглашение «Помни, что сделал нам Ама, а, а, Амалик». Давайте мы не будем вспоминать то, что сделал нам Амалик, а будем вспоминать о том, что сделал для каждого из нас Иешуа. Это то, что очень важно. Об этом Рав Шаул пишет, Павел, Фессиана 2 глава. И я на этом заканчиваю. На этом я буду делать суммирование о том, что мы должны исправить свои отношения друг к другу, чтобы иметь эти близкие отношения с Богом. Итак, помните, Итак, помните друзья, что вы никогда язычники по плоти, называли, которых называли необрезанными, так называемыми обрезание плотских обрезанием совершающими руками, что вы были в то время без Мессии отчуждены от общества израильского чуждо завета обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь в Мессии Иешуа вы, бывшие никогда далеки, стали близкой кровью Мессии. Ибо Он есть наш мир, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящий посреди преграду, чтобы мы имели отношение, разрушил своей любовью антисемитизм, разрушил это состояние ненависти друг к другу. Он своим телом это сделал, и мы не имеем духовного или физического права так, как верующие люди вести, если в нашем сердце есть озлобление к еврейскому народу. Он в одном теле примирил обоих с Богом посредством креста, убив вражду на Нем. Придя Боговествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном Духе, и так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святые и свои Богу. Был утвержденный на основании апостолов и пророков, и местного Ишо мессии, краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святом храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божьим Духом. Итак, мешает ли сегодня антисемитизм нашим отношениям с Богом? Конечно! как проказа, она, это, антисемитизм останавливает эти отношения. Потому что ненависть к ближнему или брату, или к другому народу закрывает небесные врата. Помните, Иаков и Сав благословляют Якова простыми вещами. Эти росой с неба. Давайте мы не будем Исавом. Я обращаюсь сегодня к многим людям. Давайте не будем и сам, которые хотим получить материальное, забывая о том, что есть духовное. А станем дух... искать духовного Божьих отношений и прекратить любое отношение к антисемитизмом. Шутка ли это злая, или же это распространение каких-то клеветы на еврейский народ. Конечно, мы много есть разных евреев. Я сегодня говорю о Божьем отношении к своему народу. За них также умер Мессия, как каждый, за каждого из нас. И мы не имеем ни морального, ни духовного права никого вообще ненавидеть. Мы только должны относиться к греху, как части заразы, которая мешает нам. Должны исповедовать наши грехи, приходить к Богу. И сегодня я призываю вас, если вы смотрите эту передачу э, с нами, да, вот в нашем эфире находитесь, помолиться. Помолиться, чтобы вот этот корень ненависти к еврейскому народу, по любой причине, какая бы ни была, любая причина могла быть удалена с вашей жизни. А вину Отец Небесный, во имя Ишуа, во имя того, кто умер и воскрес для нашего оправдания – Телом своим Господь разрушил эту вековую стену, которая стояла между евреями и неевреями. Боже, чтобы эта стена она была разрушена в нашем разуме. Чтобы мы ни в коем случае не стали восстанавливать эту стену, которая препятствует нам иметь правильное отношение с Тобою. Потому что поднимая стены антисемитизма, мы поднимаем именно стены к нашим отношениям с Тобой. И я помолюсь за каждого человека, который сегодня смотрит или будет смотреть эту передачу в записи. Я прошу Господь, чтобы Ты наполнил их Духом Святым и чува, которым мы приносим, этот путь, который покаяние, именно мог открыть нам небесные врата этого расу с неба, чтобы мы понимали важность духовного нашего предназначения. И чтобы мы не опирались на, на материальное, потому что все в этом мире, оно а, проходит одно духовное остается. Важно, это любовь, которая э, излилась Духом Святым в наши сердца. Она должна, эта любовь, расцветать и э, разбивать всякий антисемитизм, всякое препятствие, всякую ненависть во имя Ишу. Я молюсь также, чтобы это было и среди верующих людей покаяние, чтобы всякие стены, которые построены из-за обид или какого-то еще отношения, они были разрушены. И мы благодарим Тебя, Отец, что это время важно для всего тела Мессии. И я благодарю Господь, что Ты проявляешь всякое состояние. Во имя Ишу, я прошу Тебя, благослови каждого, кто смотрел нас. Бешем Шума Машихейну. Аминь.